самом деле достаточно романтичная, потому что Сима Жерель, это синий цвет, у нас в честь Жака Мажореля был такой французский художник в начале 20 века. Он уехал жить в Марокко, обосновался в Марракеше, купил виллу и за несколько лет превратил свой участок, пальмовую рощу, в шикарный ботанический цветущий сад. Очень похожий пушинкой, пупками, растениями на сад Живерни Клода Моне. То есть он собрал очень много экзотических растений в своем саду. Вот. И его еще была идея, он построил шикарную виллу и покрасил ее в синий, очень красивый цвет, синим кобальта оттенок. Он долго жил в Марокко, по разным городам ездил, и ему вот синий цвет полюбился, он специально даже экспериментировал и прямо вот экспериментальным путем вывел такой цвет синий, очень яркий, очень насыщенный, покрасил виллу в этот цвет, чтобы вода контрастировала с зеленью, с вот этими всеми растениями вокруг, вот, и даже запатентовал этот цвет, поэтому вот он называется цвет синий мажорель. Вот, и, но на этом история не кончается, сад еще известен благодаря Ив Сен-Лорану, потому что после смерти Жака Мажореля сад пришел в запустение, и только, по-моему, в 80-х годах эту виллу, чтобы не дать ей погибнуть, выкупили Ив Сен-Лоран со своим соратником Пьером Берже. Восстановили, возродили, и для Ив Сен-Лорана это был вообще его парадиз. Он очень часто туда приезжал, сделал там очень многие свои коллекции. И там даже построили дополнительный музей, и часть его праха развеяна в этом саду. Вот это история любви. И вообще Ив Сен-Лоран говорил, что вот этот сад Мажорель, вообще вот это все место, это источник его неиссякаемого